ходе встречи обсудили события, которые запомнились участникам форума и перспективы реализации молодежной политики в Анапе. С докладами об участии в молодежном форуме выступили специалист молодежного центра 21 век Ксения Стаценко, представители молодежного совета при главе города Иван Марченко и Арам Сейтмедов. Иван рассказал об обсуждаемых темах на форуме, в которых он принимал участие. Они касались развития контрактной службы вооруженных сил России, перспективы развития избирательного права, в частности, поднимали вопрос о понижении возрастного ценза для молодежи. Вы отстаивали 16-летний ценз? Нет. Я как раз таки выступал против понижения возрастного ценза, так как я считаю это нецелесообразно и это противоречит статье 60 Конституции Российской Федерации. В качестве приглашенных гостей присутствовали Виталий Хандошко, вахмистр Кубанского казачьего войска, и Илья Карпенко, председатель объединения православной молодежи Анапского района «Круг». В числе рассмотренных вопросов – налаживание и укрепление сотрудничества учебных заведений молодежных обществ с православной церковью и казачеством, чтобы усилить духовно-нравственную и патриотическую составляющую воспитания молодых людей. После совещания гости техникума ознакомились с материально-технической базой – СОЭФ-принтером уникальной печати на рулонных и листовых материалах, 3D-принтерами, 3D-сканером. Thank you.